Всем привет, дорогие друзья из Турции. Привет, Сэм. Как вы думаете, где мы находимся? А мы опять в поисках интересных мест. И сейчас едем в деревню Ходжи Насреддина. Вы, наверное, знаете этого фольклорного героя, притчи которого мы читали в детстве. Так вот, Насреддин Ходжа родился в Турции. Да, он именно из Турции. Как говорят источники, Насреддин Ходжа родился в местечке недалеко от городка Сиврихисар. Это примерно в 100 километрах от столицы Турции Анкары. И жил он именно здесь. Также, судя по источникам, родился он в 13 веке и жил в 13 веке, потому что первые письменные притчи этого фольклорного героя были зафиксированы впервые в Турции именно в 13 веке. И до сих пор, кстати, неизвестно, был ли человек с таким именем, был ли настоящий Насреддин Ходжа, или это просто фольклорный герой. Некоторые источники раскопки говорят о том, что он был, некоторые говорят, что это просто фольклорный герой Турции, а также других стран Востока. Но мы приехали в это место, чтобы посмотреть, где он родился, а судя по источникам, умер он в Кони в городе Акшихир. В общем, едем вместе с вами. Потому что я, например, притчи Насреддина Ходжи читала в детстве, и его притчи настолько интересны, мудры, одновременно сатиричны, потому что из любой ситуации, из любой странной, комической или опасной ситуации он пытался выходить с помощью слова. Поэтому его считают как философом, так и сатириком. В общем, посмотрим, где он жил. Вот так вот, друзья, выглядит деревня Насреддин Ходжи. Так выглядит типичная деревня в Турции, но где-то здесь расположен его дом-музей. Едем вместе с вами впервые и увидим тоже впервые. Это, кстати, одна из больших достопримечательностей Турции. Также в этом году, в 2020 году, была подана заявка в ЮНЕСКО о том, чтобы Насреддина Ходжу признали культурным наследием Турции. Его и его притчи признали культурным наследием Турции. Вот так вот серьезно в Турции относятся к этому фольклорному герою, тире настоящему человеку, что до сих пор является спорным. Здесь везде есть указатели, поэтому найти дом достаточно просто. Вот такие вот маленькие здесь улочки. А нас улочки. Все куда И пройдя вот по такой маленькой улочке, здесь, кстати, частный дом, мы и нашли дом Насреддина Ходжи. Вы, конечно же, знаете, многие из вас знают его притчи, и он известен также тем, что на осле ездил задом наперед. Вот именно так. Ну и здесь написано, что добро пожаловать в дом Насреддина Ходжи. Вот такая вот интересная здесь достопримечательность. Настоящий каменный дом. Такой же, как у нас в деревне. И мерхаба, хош булдук. И местные мастерицы здесь продают всякие разные вкусняшки, орехи, эриште, дуд, шелковицу, ну и, конечно же, подсолнухи, кукурузу. Вот так вот выглядит
подсолнух. А мангабанда? Ушпалдук. Ага, кукуруза. Вот так вот выглядит дом со двора, отреставрирован. И вот сам Насреддингоджи со своим огромным чаном с кастрюлей. Кстати, в Акшихире, где он, как считается, умер недалеко от Кони, есть огромный-огромный памятник вот именно такой кастрюле высотой 3-4 метра. И сейчас мы заходим в дом, где, как считается, жил Насреддин Ходжа. В этой комнате раньше хранили дрова для того, чтобы отапливать дом. Также здесь есть небольшая комната для гостей. Вот такая вот совсем небольшая комнатка. И как вы видите, в традиционных турецких домах шкафы всегда вделаны в стену. Можно было закрыть и хранить там все самое необходимое. А здесь, как нам сказали, была кухня. И вот вы видите, тоже расположен такой шкафчик в стене. Очень классный дом. Кстати, это такие вот дома, каменные и деревянные, они самые теплые зимой, и в них не жарко летом. Очень красивое место. Девочки нам все рассказывают, местные. И на втором этаже спальные комнаты, ну и, конечно же, что-то типа музея. Много разных помещений. Ага, здесь было... Здесь комната для гостей. Также, видите, традиционная турецкая комната для гостей. Здесь балкон был, где отдыхали летом, потому что летом достаточно жарко. И здесь... Здесь спальная комната. Бурасы? Бурасы чужитарм урасы. А здесь тоже спальная комната. Здесь также можно примерить чурбан Насреддина Ходжи, потому что он знаменит именно таким большим чурбаном. И, кстати, знаете, друзья, особенность турецкого дома в том, что спальные комнаты, вот, например, вот такие вот маленькие. Здесь буквально, наверное, метров, ну, я не знаю, 6-7 квадратных. Но, например, балконы, посмотрите, балконы и террасы были очень большие. Почему? Потому что в то время отапливали дровами. И зимой, когда холодно, для того, чтобы комнаты быстрее отапливались, делали вот такими вот маленькими. А летом вся жизнь проходила снаружи, и для этого строили вот такие вот большие террасы, потому что летом жарко, и люди спали, отдыхали, кушали и принимали гостей именно на таких террасах. И если вы посмотрите, то традиция, вот такая вот традиция постройки маленьких комнат спальных и больших террас, больших помещений, на которых можно проводить время на свежем воздухе, до сих пор в Турции соблюдается вот в таких вот деревенских домах. Поэтому очень много интересных и культурных особенностей. Ну а если вы хотите также посетить это уникальное место, смотрите в описании к этому видео, где находится, как сюда доехать. Место, в общем, сказочное. Насреддин Ходжа, конечно же, уникальный персонаж. В русских притчах он известен как Ходжа Насреддин. И он из всех ситуаций жизненных, тяжелых, комичных, странных ситуациях, которых он ставил свою жизнь под угрозу, он всегда выходил из этих ситуаций с помощью
своей философией, скажем так, живого слова. И если вы не читали притчи, конечно, я думаю, что все из вас их читали. Вот, например, знаменитая притча с кастрюли. Я ее помню еще с детства, у меня была книжка. И, конечно же, они оставили неизгладимое впечатление. И, как я уже сказала, до сих пор неизвестно, был ли это герой, жил ли на самом деле Насреддин Ходжа. Но, согласно источникам того времени, действительно в то время был человек, у которого было имя Насреддин. Но многие склоняются к тому, что этот герой не настоящий, не был живым человеком, а является фольклорным героем, притчи которого отражены в фольклоре очень многих стран, и в том числе Турции. Но впервые его притчи как раз в письменном виде были зафиксированы именно в Турции. И здесь, вот в этом месте, в местечке под названием, сейчас это так и называется, это деревня Насреддин Ходжа, родился наш фольклорный герой. А умер он в Акшихире, недалеко от Кони. Там мы, кстати, тоже были давно-давно, лет 10 назад. И именно там много разных скульптур, памятников из его притч. Как я уже сказала, есть большая кастрюля, а также Акшихир он считал центром мира. И там есть указатель, на который можно встать и, по словам Насреддина Ходжи, оказаться именно в центре мира. В общем, вот такое вот интересное место, друзья. Туристов здесь не так много, поэтому местные бабулечки, которые продают внизу то, что они вырастили в своем саду, высушили, сейчас продают всем приезжающим сюда туристам. И, конечно же, все интересуются, откуда мы, как сюда попали. В общем, очень классное, колоритное место, всем советую. Девочки, которые проводили нам экскурсию, говорят о том, что у одной из девочек здесь жили родители, и Насреддин Ходжа действительно был реальным человеком, и все, кто живет в этой деревне, являются его родственники. Поэтому это не фольклорный персонаж, это действительно реально настоящий человек. Так, Айхан убежал. Сейчас... Нет, Айхан пришел. И сейчас мы что-нибудь купим у этих милых бабулечек. Друзья, большой вам совет, когда вы приезжаете в такие места, обязательно берите с собой деньги бумажные, потому что у нас было мало денег бумажных, и мы смогли купить только семечки на те деньги, которые у нас были. Поэтому, когда приезжаете, обязательно берите с собой мелочь. Потому что, конечно же, по карте здесь расплатиться невозможно. Вот так вот выглядит этот потрясающий дом и деревня. Здорово. Очень классное место. Айхан, Насыл Бендин мы? Чок Визель Берьеровит. И сам Насреддин Ходжа, сидящий на осле, задом наперед. Все местные жители, друзья, говорят о том, что Хошбулдук сизда акробамисынис Насреддин Ходжанын. Все местные жители, у кого я не спрашивала, говорят о том, что они родственники Насреддина Ходжи. И, конечно же, что это настоящий, был настоящий человек, что он здесь жил, у него были дети. Именно тот дом, который я вам показывала, это тот дом, где он родился и жил. Поэтому, друзья, все сомнения прочь, Насреддин Ходжа был действительно реальным человеком. А сейчас из деревни мы отправляемся в городок Сиври-Хисар, где также находится парк Насреддина Ходжи. Местные сказали, что там тоже очень интересно, и туда следует съездить. Насреддин Ходжа 13. yüzyılda yaşamış bir Türk düşünürü ve hukuk adamı. Kendisi Osmanlı kayıtlarına göre Akşehir'de kadı olarak görev yapmış. Eskişehir'in Hortum, dönemin adıyla Hortum, bugünkü adıyla
Nasrettin Hoca köyünde dünyaya gelmiş birisi. Hikayeleri bugün dilden dile anlatılan Nasrettin Hoca'nın aslında bu hikayelerin bazı bir kısmı gerçek. Nasıl gerçek? Daha çok adaletli karar vermeye çalışan Nasrettin Hoca, kararlarını beğenmeyen bazı vatandaşlar için bu tür kurgulamalar yapmıştır ve cevapları bu şekilde vermiştir. Bunlar da o gün bugündür dilden dile anlatılarak Nasrettin Hoca futbol olarak hala yaşamaktadır. Здесь в центре города вот такой вот потрясающий парк, и здесь стоят статуи Насреддина Ходжи и выдержки из его притч. Но, друзья, здесь уже началась настоящая осень, посмотрите, опадают листья. Какой кайф, настоящая осень, супер! Видите, деревья пожелтели, класс! И даже пахнет осенью. А-а-а, какой! Какой настоящий кайф! Супер! В общем, очень здорово. Сейчас покажу вам. Вот стоит Насреддин Ходжи, и там написано. Теперь непонятно, где центр мира. В Сиврихисаре, где мы находимся сейчас, или в Ак-Шехире, где также есть центр мира. В общем, я думаю, что Насреддин Ходжи имел в виду, что центр мира там, где находится именно он. И вот здесь разные такие миниатюры, картинки и название его притчи. Где искать пропавшую иголку? В общем, вот такая вот здесь интересная история. Видите, выдержки из его притчей на фоне самого Насреддина Ходжи. Nasreddin Hoca'nın 3 çocuğundan ikisinin mezarı Sivrihisar merkezde. Sivrihisar Belediyesi burayı düzenlerken yıkılan mezarı yaptırdıktan sonra buraya da bir mezar taşı koymuş babasının arkasında. Burada kızı Hatun'un mezar taşı var. Hemen arkamızda da gördüğünüz gibi oğlu Ömer'in sambukası, taş sambukası burada. Şöyle görebilirsiniz. Bu da oğlu Ömer'e ait olduğu iddia edilen taş sambuka. Dediğim gibi Sivrihisar Belediyesi burayı düzenlerken bunları da buraya koruma altına alarak koymuş. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось это видео и вы узнали с нами много нового интересного. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить пальчики вверх, комментировать, ну и, конечно же, приезжать в Турцию. В описании к видео есть ссылки на бронирование отелей, билетов и туров со скидками. Обязательно заходите. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.